подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Justice Hill. Мы продолжаем с вами... Мы продолжаем с вами играть и проходить Метро Исход. В прошлой серии мы уехали... уехали с прошлой локации, опустили мост. И в прошлой серии мы еще даже показали свой мастер-класс по пению. Хотя не скажу, что это был мастер-класс. Просто чисто от понтана угад спел. Вряд ли вы, наверное, подумаете, что я так офигенно пою. Но, ребята, если честно, я классно пою. Ну, тогда это просто было спонтанно и... В общем, если хотите послушать, как я по-настоящему пою, ВКонтакте есть ссылка. Ну, в описании есть ссылка меня ВКонтакте. Добавляйтесь и послушайте. Но мы возвращаемся в игру. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Так, надеваем противогаз. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть не мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ерма, стоп, машина. Моя ты любовь. Так, судя по всему, поедем даже на дрезине этой. Потому что я по монолога пропустил. Не простите, ребята, что шмыргаю носом, просто немножко приболел. Так, оп. Анечка. Оп. Оп. Легенькая ты моя. Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Почему ты без противогаза? Алло, парень! Надень противогаз! Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько кинотеорфов? Повезло. А то у вас еще на 300... Они все в противогазах, а... Да и так, в общем... Сэм, без противогаза. Сэм, ты чё? Одень противогаз, братан! Ты чё, идиот, задохнёшься же нахер? Конец связи. Ланки болтается, бронежилетик. Куча машин. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Что-то машин до хрена, все пустые, разобранные. Всё, мы у цели. И никого вокруг. Как-то странно даже очень. Ну, по крайней мере, добрались. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Сэм, твою мать, надень противогаз. Ну, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? У меня вот тоже такое предложение. Смотрите. Тихо. Ой-ой-ой. Нам жопа. Добавитесь.
Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. А какая разница, где наши оружие люди? Опасно. Свяжитесь с ними, пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Блин, ну как-то все равно странно, они все говорят так вот, загоните людей. Они как будто вот всех нас хотят куда-то заманить. Ну, в принципе, не знаю, честно, 50 на 50. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей. Часовых даже нет. Вот и я о том же. Это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Извиняюсь. Приболел. Добро пожаловать. Сэм вообще без маски всю путь проехал. Чудак! Нафиг же застудишься. Ну, точнее, задохнешься. Ну, видимо, Сэму пофиг. Идиот, я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с Кристом. Есть. Есть, сэр. Тихо стал. Страшно. Есть такое. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя... Это же сам министр. Тьфу на тебя. Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, кстати. Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Это моя жизнь. Я никогда не сдаюсь. Еще и поправила. Ну чё, пошли. Такая музыка стрёмная, реально, блин. Ну, с Богом. Немножко полис напоминает, кстати. Мы так тоже ходили в полисе. Ай-яй-яй, глаза. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Что происходит? Давно не было. Кто вы? Опа. Опять же лаги. Ёпта! Как обычно, лаги. Ай-яй-яй! Чёрт! Аня! Мельник! Суки! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Твою мать, типичные бандиты. Только что не орали мясо. Опять концлагерь, ну ёп. Что происходит? Где я? Что с остальными? Твою мать. Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, я ведь так и знал, что так будет, а? Хорошо, и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Чего? Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Ах ты! Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, это людоеды, да? Здесь. Каннибалы, мы сука. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь?
Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Бери руки от нее. С девушкой вот придется повременить. Бери, я сказал. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи. Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь. Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Пошел ты нахер, козел! Пусти! Пусти, тварь! Аня! Ах ты, тварь! Сука! В общем, полковник, если не хотите, чтобы Аня хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваши оставшихся. Сука, пусти, блядь! Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Сука. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Развяжи мне руки, сука, я тебя убью нахуй. Что ж, рад познакомиться. Яков, начинайте. Я тебя с того света достану. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока разрешите отваливаться. Ну, да я вас зубами ломать буду. Всех вас под корень завалище надо было. Но я сейчас вас урою. Вы же мразь этого. Не приходили. А теперь покушаем. Сейчас ты отведаешь собственной крови, гнида. Ха-ха. Пустите, суки! Сзади! Мельник, хватит! Но сначала найти Аню! Простите, с лицом я немного погорячился. Блин, игра, вот сейчас не надо, пожалуйста. Наконец-то экшен сейчас будет, я так давно этого ждал. Ну чё, налетайте, твари. Получай. Сейчас будет вам угощение. Жрите, твари! Жрите! О, воздушка чудит! Давно так не стрелял. Только ее подзаряживать надо. Я и забыл про это. Ну давай, сука, заряжайся! Экшен такой! Да, бы я еще попадал. Ой, короче. Нет, тут калашик надо. О-е! О, да. Давно не было экшена. И я соскучился по убийствам. Получай, гнида. На, по яйцам, гнида. Патроны. Еще патроны. Где вы, суки, я вас не вижу. Молодцы. О, да. Ну точно как наш D6. Лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем.
Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Я пойду за ней. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Есть, отец. Так. Так, а пока что я наберусь патронов и включу. Или тут уже все включено? Я понял. Уже иду, мельник. Твою мать. Давай, Артём, в темпе. Не, Аня нужна живой. А ты сейчас умрёшь. Оу, ох ты какой. Ой-ой-ой. Ух я какой косой. Куда стреляешь, гнида? Вкусное мясо. Вкусное мясо. Отведай самого себя. Гнида. Так. Куда дальше? Аня! Артём, не нашёл? Нет. Скорее, каждая секунда на счету. Больно. Получай, сука. Кто следующий? На, тварь. На, гнида. На, сука. На, сука. На, тварь. Давай, Артём, в темпе. Двоих сразу. О, да. Это я люблю. Так, боеприпасы где? Вот они. Ничего, ничего, ну и ладно. Так, счетчик, давай. Анютка, я уже иду. Ое, какой-то новый прицел. Ты чё, мразь, охренела? Ой-ой-ой. Так, ясно, начни наверх. Сварился, гад. Ха-ха. Ты зачем туда стрелял? Нахрена? Сюда! Сюда! Тут мясо! Тут мясо! И я отведаю твоей крови. Кто следующий? Ох ты, сучонок. Не заваншотил. Но! Ты чего там застрял? Как вы вовремя все спрыгиваете? Еще одно приспособление. Да я сейчас обогачусь, мать вашу. Давай, Артём! Ты немножко промазал, парень. Да, я, в принципе, тоже. Где я дробаш видел? Где? Ладно, пофиг. Не сюда.
На тебе мясо. На. Оу, yeah. Ха-ха. Ладно, пофиг. Есть что, есть что. Так, дальше. Быстрее. Дианя! Взять их! Что у тебя? Полный этаж этих фриков! Анну не нашел! Я продолжаю поиски. А, не лагай! Игра! Твою мать. Ах ты, сучонок! Я не успеваю изблизи стрелять. Из-за лагов. Что ты там стреляешь? Ты на батю полез. Так. Давай, Артём. Ищи Аню. Ты задолбал. Аня! Ух ты, мать твою. Сука, напугал. Ой-ой-ой, этот в броне. Давайте. В этой игре лагать не будешь, а? Ух ты, ух ты. А если так? А ему пофиг, оказывается. Ну, значит, гори дальше. Все, сгорел. Это было просто. Оказывается, его вообще никакие патроны не берут. Так. Все, с этими разобрались. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Не, наверное, не буду брать. Я, конечно, фанат пулеметов, но мне кажется, что сейчас для меня лучше все-таки дробаш. Ой, как хорошо. Откуда? Ты там стреляешь? Гнида. Аня! Аня! Любимая! Артём, я знала! Сзади! Что? Точно найдется такой. Сука. Никого ты не спасешь. Как и остальные. Так. А ну, только не убивайте. Отпусти его. Помните, я говорил, был такой эксперимент. Заткнись. Аня. Артём, ты цел? Слава богу. Ты как? Все хорошо? Милая, я волновался. Идем, доложим полковнику. Отдышись немножко. Папа. Суки, а? В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам, командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного.
Хорошо, милая, я пока припасы поищу. Сколько трупов, а? Живодеры, суки. Твари. Милая, все хорошо. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Все хорошо уже с тобой. Теперь я тебя не брошу. Ты отдышись, главное. Приди в себя. О, нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что. Мы еще всех переживем с тобой, Аня. Мы всех переживем. С тобой все в порядке, а? Расстрел. Правильно, Мельник. Уважаю. Аня, слава богу, я бы себе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Так, тут есть верстак? Сам министр обороны меня примет. Так. Тщеславие не смог сделать. Еще честь им отдавал. Качек, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать? Хрен не знает, а? Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны. И что? Есть какие-то шансы? Внизу это что? Каспий-1, центр связи. И еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Идет, быстрее! Нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем. Анька, готовься. В темпе. Может, все все-таки отдохнешь немного, а? Ладно, времени нет, погнали. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Я к тебе, любовь моя. Твою мать! Опять эти дикари! Ну чё, постреляем с воздушечки еще раз. Идиот, давай быстрее. Мы тебя ждем. Как-то неудобно с нее. Не, как-то с нее неудобно, я возьму калаш. Где? Вот он. На. Ое. Получи, сучка. Кто-то еще желает со мной постреляться. Ой-ой-ой! Щуп твою мать! Все на бок! Бежим!
Брат, вали! А вот вниз вот лучше пострелять можно. О, Все. Фух. Это было что-то жесткое. Фух. Охренеть. И я, кретин, поверил этим с Ганзы, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. Цветоши эти. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Я точно нет. Еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Чините ее. Спутники! Чего? Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки... Аня, что с тобой? Свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Здорово? Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. Просто двигаться дальше и дальше. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Отъезжаем, ребята. На Каспий. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Ну что, ребята, наверное, на этой серии мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Justice Hill. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующей серии Metro Exodus. Всем пока!